С улучшением погодных условий повышается количество мотоциклистов на дорогах, а это приводит к увеличению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта. Сотрудники госавтоинспекции ежедневно проводят рейды под названием «Мотоциклист» на постоянной основе до окончания сезона. Водителям и пассажирам мототранспорта необходимо использовать мотошлемы и специальную защитную экипировку. Залогом безаварийных поездок является соблюдение скоростного режима, недопущение выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, резких перестроений. Автомобилистам, в свою очередь, следует внимательнее относиться к водителям мототранспорта, регулярно смотреть в зеркала заднего вида, а также соблюдать правила дорожного движения.